Сначала подбор посуды. Вот это идеально подойдет ко встрече по детским товарам. Яркий, с оттенком игривости, фарфор херен. Затем натереть столовое серебро до блеска. Этот голос... Мэйлин, что... Себастьян-сан! Что тут происходит? Я взяла 30 ложек моющего средства, как в инструкции, но пена вышла из-под контроля! И ничего не понимаю! Прочитай инструкцию еще раз, внимательно. Дам мне 30, а 3 ложки. Господи. Твоя близорукость не оправдывает ту... Вернее, невнимательность. Отойди. Теперь порядок. А ты уберись в прачечной. Есть! Ну и ну. Это когда я так занят. Как ты? Дальше накрыть на стол. Надо украсить стол цветочной композицией. Она будет состоять из подснежников и рождественских роз, которые напомнят зиму. Салфетки будут выложены в форме розы. Фенни, почему здесь так жарко? Простите! Мне показалось, что розы вот-вот расцветут, и я решил включить печку, чтобы ускорить процесс! Додумался принести сюда печку. Каким же надо быть тут? Точнее, сила есть, ума не надо. Ничего не поделаешь. Какая жалость. Не случись этого. Аромат роз был бы сейчас сильнее. Фенни, займись уборкой. Да! Где он? Самое важное, главное блюдо. Слегка поджарю пойманного фазана с розмарином и пастой с шалфеем. И добавлю шампанского гран-крем. Барт! Можно узнать, что тут творится? Я подумал, раз будут гости, угощу их новым блюдом. Сколько раз я уже говорил, что в готовке нельзя использовать огнемет. Какой же ты ду... Нет, дурак! Вы даже не перефразировали. Опять. Починишь с помощью них. А пока не закончишь. Я конфискую это. О, слава богу, нас не заметили. Господи. Я так вообще со своей работой успею управиться. Гости уже скоро приедут. Надо поспешить.